испытывает. У кого есть собаки? Еще раз, поднимите руки. Пожалуйста. Вот вы идете на прогулку с собакой, например. Она радуется всем запахом. Все прекрасно, все великолепно для нее. Они наполнены, они все переживают абсолютно на 100%. О, еще одна собака здесь. Сейчас, что это за собака? Сейчас. О, замечательная косточка лежит. Собаки, они полностью в моменте погружены, в этот момент и переживают его. Вот такое упражнение для ваших пациентов хорошо бы придумать. Взять на прогулку собаку, посмотреть на мир, попытаться с глазами собаки, пройтись в лесу, по лесу, и, может быть, скопировать собаку, поиграть в собаку, пример, понаблюдать, а потом поставить себя на это место и даже попытаться повилять хвостом. Собакам не нужно никакие подкрепления, кофе и прочее. Они вот всегда так. Вот косточка. Ой, как пахнет. Они всегда так переживают мир, полностью погружены в момент. Здесь и сейчас. Быть здесь и сейчас — это великолепный способ не беспокоиться. Если вы присутствуете в данном моменте,